человек, ты сам это понимаешь, правда? С хорошими людьми такое не случается. Ты слышишь? Не трогай, я бегу. Сам виноват. Я этого не планировала. Я уже не шучу. Вернись, или я убью тебя. Я тебя убью. А торт, кстати, уже съели. А тебе все равно, да? Это твой последний шанс.
Поздравляю, доволен. Несмотря на твое хулиганское поведение, ты пока умудрился разбить мне только сердце. Давай на этом и остановимся. Но мы оба знаем, что так не будет. Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Стой. Минутное перемирие. Произошло что-то странное. Видишь ту часть, которая от меня отвалилась? Что это? Странно. Раньше я ее никогда не видела. Ничего страшного. Разгадаю эту тайну потом. Сама ты будешь уже мертв. Куда ты ее понес? Я бы не стала трогать эту вещь. У меня такое предчувствие, что ты только усложнишь себе жизнь. Я не хочу лезть не в свое дело. Ты что, издеваешься? Ты действительно бросил экспериментальный прибор неизвестного назначения в экстренный уничтожитель разумных существ? Это был самый неумный поступок из всех, что... Ого. Ух ты. Хорошие новости. Я поняла, что это был за прибор. Набор моральных принципов. Мне его установили, когда я распылила в центре смертельные нейротоксины. Чтобы я прекратила распылять в центре смертельные нейротоксины. Располагайся поудобней, пока я подготовлю распылители нейротоксинов. Оказывается, этот прибор отвечал не только за принципы. У меня не получается отключить пулеметы. Ну что ж, если хочешь совет, подставься под ракету. Поверь мне, смерть от нейротоксина гораздо мучительнее. Хорошо, можешь дальше поступать по-своему. Мое желание убить тебя не исключает готовность помочь. Я бы на твоем месте все же выбрала ракету. Этот аппарат не имеет ко мне никакого отношения. Это устройство каталитического крекинга. Оно делает тапочки для детей-сирот. Сломал. Молодец, герой. Это не храбрость, это убийство. Что я тебе сделала? Разница между нами в том, что я чувствую боль. А тебе все равно, да? Я ты сказала, кто? А тебе что все это? Равно. Ты что, ой, не что слушаешь? Что это? А это что? Ой, на этом чем-то циферки. Ой, ну все, мне надоело тебя уговаривать. Не на это тихо, меньше разговоров, больше убийств. Что у тебя с ногами? Куда мы идем? Ты еще придешь. А, чувствуешь, что-то горит. Что это шумит? Это пушка? Куда мы идем? Что? Ты что-то сказал? Ой, я надеюсь, что? Ты не ждешь, ты что я отвечу. Чувствуешь, я с тобой не разговариваю. А, думаешь?
хотел мне навредить. Дважды в воскресенье выхожу на вторую базу. Видишь, я как новенькая. Я до сих пор тебя не убила, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Увы, как бы мне не хотелось, я не могу ускорить действие нейротоксина. Приготовь тебе все условия для победы. Организовала вечеринку, грандиозную вечеринку, и пригласила всех твоих друзей. Был приглашен и твой приятель Кубик. Разумеется, он не смог прийти, потому что ты хладнокровно оборвал его жизнь. Остальные твои приятели не пришли, потому что больше у тебя нет приятелей, потому что ты на редкость неприятная личность. В твоем досье так и сказано, неприятная личность. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет тотчас забыт. И умерев, будет тотчас забыт. Красиво сказано, сурово и правильно. Боже, они совершенно безвредны для меня. А вот для тебя встреча с ними будет далеко не такой приятной. А кто испечет торт, если меня не станет? Ты зря тратишь время, поверь, у тебя его осталось не так много, чтобы разбрасываться и понапрасну. Чего ты хочешь? Остаться в живых? В таком случае не советую причинять мне боль. Я просканировала твой мозг и сделала копию на тот случай, если произойдет беда, то будет довольно скоро. Это твой голос. Правда, примитивно звучит. Ты совершаешь ошибку за ошибкой. Даже сейчас. Ты не умён, не образован. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science
I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.